сидят. Конь, наверное, не лучше. Нет, да, на коне. Нет, там может два и коней. Я такой, бабы такие, типа, про книги, про детей, ладно, посадись. Потом такие, да не, я могу есть. Я, дайте мне какую-то книгу. Я такой, сел всегда. И я думаю, спокойно, я так не знаю. Крупным камнем брюхо, когда там так делаешь, так, но она быстрее скажет, что ты сильный дом. А я на совсем дури, когда вы по пути не так. Он мне, а прикинул, я кручу, упал, прикиньте. И она так шагу шагает мне так. Вы представьте, как я обосрался на мостах. Там такая... А там же не простого шипа, а тяжелый вес, такая большая. И там такое... По груди? Да нет, я на это... Понятие, вот, я любил... Не на коне, а на лошади. А. И чё? Да. И чё, агрегат-то не показал, да? Да фу, ты чё такое поведение? У меня вот мама сказала, лошадь есть. Я часов, блин, из другого может пробить, блядь. Я уже. Я по выходным бывает уже пытаться убить, да? Да. Все. 10 тысяч, прикиньте, сколько стоит обслуживание. Да. 10 тысяч. Они сейчас почти 12 уже. Хочет, короче, из них ухаживают. Они же стоят, да? Очень. Да они валяются. Выпили все время так. Сейчас он пойдет. Она дико какая-то лошадь. Дети садятся, которые до, ну, лет 10 копеек, а они, короче, скидывают и едет, просто сидят, и все. Вот постарше садятся уже 12 лет, все они пытаются. Но она, как сказать, она не пони, она такая большая, почти, не, ну, мне чуть не хватает до этого, до обычного лошади. Зырная так? Тупая лошадь, а вообще, блин, она не знаю.